Заре Жардел, 22-й Сандро Алтурашвили, 26-й Леван Кения, 10-й Георгий Кахридзе, 11-й Георгий Габидава. Главный тренер команды Георгий Цицадзе. А теперь, Александр, пожалуйста, расскажите то, что интересно. Не просил длинную передачу, но вот мяч на него как раз дошел. Арбитру сегодня нужно быть осторожным, потому что, как мы знаем, Малком умеет направлять в этом стадионе во второй раз, но уже в футболке другого клуба. Малком мог зацепить. На трибунах появилось знакомое лицо, супруга Себастьяна Дриуси с дочкой. И приехала поддержать супруга, а у нас Малком устраивал забег и поехала у него нога. Мне кажется, что бразилец подумал, навешивает Сутормина, точнее передача в центр поля на Бариуса, Малком. Сегодня еще будут моменты, когда Артем сыграет остро и выберет правильное решение. Наверняка. Футболисты «Зенита» тем временем, те, кто не находится на поле, рассосались по арене, кто руками, чтобы принять мяч, и пытается избежать солнца. Малком на Дзюбу, и неплохо. Вот как раз острая передача от Артема. Малком, Жан... ну неплохо. Неплохо, да. По тому, как он двигается, видно, что человек очень соскучился. Вот это неплохо сейчас было. Врывается Малком в штрафную, чуть-чуть дробит у него мяч. И удар от ворот показывает арбитр. Да, но последние пару минут Малком. Ходит, есть довольно много у Вячеслава свободного пространства. И вот Малком. И, кстати, вот один в один сейчас разбирают грузины, то есть не зона обороняется, а персонально. Очень интересный навес и Йордан Оссорио. Алексей Сутормин, да, совершенно верно. На 21-й минуте петербуржцы открывают счет. Он забивал три матча подряд. Безусловно. Соглашусь с тобой. Здесь был очень близок к тому, чтобы забить еще раз. Да, но вратарь выручил Сабуртал. Подготовку в январе-феврале, а потом вышел на матч с Селтиком и забил буквально на 2-3 минуте. Это класс. Да, и тогда после поражения как раз гостевого гол Ивановича так придал спокойствие. Да, это был очень важный гол. Ну да ладно, возвращаемся к тому, что происходит на поле. Снова Малком с мячом. Не стесняется он иногда про то, что да, это чемпион Грузии. И это одна из четырех команд, которая представляет Тбилиси. Нарушение правил в центре поля. Но все в порядке с Дриуси. Сейчас поднимется Себастьян, и мы продолжим. Нескольких раундов квалификации Лиги Чемпионов достаточно серьезно, но у нас атака «Зенита», и тоже она не менее грозна. Малком подождал партнеров, хотел попасть в арбитра. Кому не понравится попадать 4-3-3? А Малком, я надеюсь, он все-таки штрафной навес, и Артем Дзюба замыкает. Было близко. Я надеюсь, что капитана сборной России образовывалось бы пространство. Малком направо на Караваева, навес. И вот, мне кажется, там как раз Артема не так долго, и тут аплодируют ему трибуны и Денис Денисов. И даже не скрывают.